ним назад. Ей в другую страну уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходи, расставались, покидая тихий край. И мне что-нибудь родная на прощанье пожелать. Родная отвечала: я желаю сей душой, если смерти то мгновенной, если раны небольшой, а всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Да, приказ ему назад, ей в другую страну ходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы.